Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Иванова Светлана, и я являюсь представителем федеральной компании «Этажи». И сегодня мы поговорим о налоге с продажи недвижимости. Когда нужно платить налог с доходов от продажи недвижимости? Платить налог НДФЛ необходимо собственникам жилья, квартиры, дачи, дома или комнаты, гаража, земельного участка, если владение недвижимостью продолжалось менее установленного срока, нужно заплатить налог на продажу недвижимости. А если минимальный срок прошел, то подавать декларацию и платить налог с продажи не нужно. Сумма полученного дохода тоже не будет иметь значения. Минимальный срок владения – 3 или 5 лет и зависит от вида имущества и ряда нюансов. Что такое минимальный срок владения? Это срок, установленный законодательством РФ, по истечению которого у обладателя недвижимости не возникает обязательства по уплате НДФЛ при продаже имущества. Минимальный срок составляет 3 года, если собственность получена в подарок, унаследована, приобретена по договору ренты, досталась в результате приватизации, является единственным жильем. Какое жилье считается единственным? Если на момент сделки это единственный жилой объект в собственности и продавец владеет им более 3 лет, платить налог не придется. Минимальный срок безналоговой продажи единственного жилья уменьшили в 2020 году. Ранее он составлял 5 лет. Кроме того, закон разрешает покупку новой квартиры в течение 90 дней до продажи старой, по которой будут считать налог, если он возникнет. Она не повлияет на статус единственного жилья. В каких случаях семьи с детьми могут не платить налог? С 2021 года семьи, в которых есть дети, могут не беспокоиться о том, какой будет сумма налога с продажи недвижимости, если соблюден ряд критериев. В семье двое или более несовершеннолетних детей для учащихся очно ограничение по возрасту до 24 лет, продав жилье, семья в течение того же календарного года покупая другое или до 30 апреля следующего года, новое жилье просторнее его, площадь больше, а кадастровая стоимость выше. Кадастровая стоимость жилья, которое продается, не превышает 50 миллионов рублей. Как рассчитывается налог с продажи недвижимости? Сумма налога равна стоимость недвижимости, умноженная на 0,13. Например, продажа за 5 миллионов рублей квартиры, купленная в 2021 году, обойдется в 650 тысяч рублей налога. Если квартира унаследована или подарена, выбирать вариант снижения налоговых расходов придется из первых двух способов. Предположим, квартиру, которая сейчас будет продана за 5 миллионов рублей, некое физическое лицо приобрело за 4 миллиона рублей, приложив к налоговой декларации старый договор купли-продажи, нужно заплатить 13% с 1 миллиона рублей, а не с 5 миллионов рублей. Напомним, что налог не нужно платить, если пройдет минимальный срок владения 3 или 5 лет в зависимости от описанных выше условий. В эфире телеканала «Архыз-24» с вами был специалист по недвижимости Иванова Светлана. До встречи!